Мы рассматривали варианты наработки силовых ударов вообще. В частности, как это дело, условно говоря, оживить. То есть мы уже говорили, что одиночный силовой удар мы делаем на шаге. Вперед, на шаге назад, на шаге вправо, на шаге влево. И так можно в одном ритме мы нарабатываем либо несколько шагов пошли в дорожку вперед, если не с настоящей. Если же мы хотим это дело оживить, то внесем некоторое разнообразие в раундах. То есть первый вариант – это работа из полностью статического положения. То есть стали, например, на удалении, полностью расслабились и в какой-то момент взорвались шагом вперед. Один вариант. Второй вариант – когда мы стали ближе, опять же расслабились, взорвались с разрывом дистанции шаг назад. Точно так же из расслабления шаг влево, шаг вправо. Выберите какой-то удобный для вас удар, именно его в такой манере работаете. Желательно раунд, чтобы у вас было четкое понимание. Вы не должны сигнализировать, то есть если я собираюсь идти вперед, это не должно быть. Пау, упал, нет. Полностью расслабьтесь. Из расслабленного состояния выстрелите. Вперед, назад, вправо, влево. Противоположным вариантом будет ровно то же самое, но из динамики. То есть двигаемся, двигаемся, выбираем какой-то момент, шаг вперед. Двигаемся, двигаемся, шаг назад. Из движения находим выход на удар. Соответственно, осталась тема работы на осях, вращения, опора. Все как положено, это не теряется. Но в первом случае мы искали это из неподвижного состояния, второе из динамического состояния. Не готовьтесь заранее, то есть двигались, пауза. Взорвались. Нет. Движение не должно прекращаться. Двигаемся. Сорвались. Наработав одиночные силовые удары, то же самое делаем с двойками. Встали, например. Разорвали дистанцию. Приготовились. На двух осях отработали. И в динамике. Двигаемся, двигаемся. Четкий переход с оси на ось. Он будет важнее. Поэтому можете поначалу не стремиться жестко вкладываться в цель. Но отработка на осях должна быть обязательно. Хотите, не хотите, будет в правильное вложение, а значит будет мощный удар. Пробуйте, работайте.